Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все твои мечты и желания сбудутся! Блинский, который час? Не понял. Ё-моё, понедельник сегодня, я должен идти в школу снова. Ой-ой-ой. Блинский, а я это... Очень хочу остаться сегодня дома, не хочу идти в школу, еще и домашку не сделал. Так, нужно сказать папе, что я заболел. Совру ему, а он поверит, старый болван. И все, и дома буду сидеть. Так, у меня в любом случае нет выбора. Мне нужно остаться дома. Я просто гений. Это гениальный план. Совру папе, скажу, что заболел. И он оставит меня дома. И не надо будет идти в школу. Это будет мега круто. Так, где там мой папочка? Так. Ага, батя, ты где? Пап, привет. Я это, заболел. Слушай, я себя неважно чувствую, пап. Можно я сегодня в школу не пойду? Потому что я реально вот заболел. И если выйду из дома, мне будет очень-очень плохо. Мне вообще не до учебы, не до школы. Я болею. Поэтому можно я сегодня останусь дома и никуда не пойду? Ну-ка иди сюда. Дай-ка я тебя посмотрю, сынуля. А ну-ка лобик дай потрогай его. Сейчас папка поцелует лобик, все поймет, сколько у тебя температуры здесь. Ну вот, пап, смотри, я болею. Кого ты пытаешься обмануть, ты? Мелочь пузатая, 36,5, нормальная температура. А ну, пшел в школу быстро! Я тебе сказал, нормально ты себя чувствуешь, кого обманываешь здесь? Батя решил обмануть мелкий, 36,5, марш в школу, чтоб я здесь не видел тебя, понятно? Папа, ну это, там, наверное, у тебя не работает эта штука. Ну, перемерить надо. Блин, папа увидел, что я не болею. Надо что-то придумать, надо придумать способ повысить температуру. Может быть, как-нибудь включить свет в комнате, и моя кожа нагреется, мое тело станет горячее, и папа меня оставит дома точно. Пойду-ка я, пожалуй, в свою комнату, включу лампы и нагрею свое тело. О, стало горячее. Ну что ж, ребятки, всем здорово! С вами по-прежнему Овер и Фоуни, и добро пожаловать в угарный веселый кружок под названием Роблокс! Здравствуйте всем, привет всем, дорогие друзья! Ну что ж, ребята, сегодня мы вместе с Андрюхой будем врать папе, будем повышать температуру, и все ради того, чтобы остаться дома. Мы не хотим идти в школу, потому что мы не сделали домашку. Вы посмотрите, сколько надо было сделать. Андрюха, ты видишь вообще? Вот километр. Это безумие, очень километр. Много. Я бы это лучше сел бы в ноутбук поиграл. Вот-вот. Так что, друзья, Андрюха приехал сегодня ко мне в гости. Я буду играть, Андрюха мне будет подсказывать. В общем, вместе с ним, сегодня вместе с вами, мы надурим батю и сделаем максимальную температуру, чтобы остаться дома. Ну, а сейчас по заданиям нам нужно включить в комнате свет, и тем самым мы немножко повысим свою температуру. Так что, друзья, ставьте лайкусик, если не успели поставить 3 секунды. У вас вторая попытка, заранее огромное спасибо. Нам с Андрюхой будет безумно приятно. Смотри, Андрюха, как я бегаю. Кабанчиком, друзья, бегаю. Ладно, я уже зажег 2 лампы, а где еще? А, вот. Вот, скорее всего, не-не-не-не-не, там переключатель, вот у двери. Все, 0,3, итого мы на 0,5 подняли. Теперь у нас будет 37, по идее. Ну да, надо к папе пойти. Так, давайте посмотрим, бать. Пожалуйста, можешь перемерить. Термометр сейчас должен показать нормальную температуру. Ну, в прошлый раз он просто заглючил, да, Android? Да. Ну, ты сейчас, конечно, разведешь папочку, наверное. Так, пап, смотри, ну вот проверь. Вот я ж тебе говорю, сейчас все будет нормально. Ну хорошо, сынок, сейчас проверю. Может, правда заглючил термометр? А ну, поднеси лобик сюда. Поднеси поближе. Поближе, кому говорю! Да ладно, пап, вот, мери. Так, сколько там? 37. Да, 37. Но это все равно недостаточно. Ничего, нечего беспокоиться. Иди в школу. 37. Вот когда у меня было 37, я работал и ничего не переживал. Что такое нежное? А ну, марш в школу, кому говорю. Блин, он нам не поверил. Нужно еще больше, Андрюха. А как?
Я не слышал, знаю. Кстати, историю, то, что можно съесть грифель карандаша, и у тебя температура повысится. Не знаю, это рабочая схема, не рабочая. Может быть, и градусник нельзя потереть, потому что у бати такой дистанционный, ну, прокачанный. Короче, меряет. Папа, наверное, у тебя это... Наверное, опять градусник врет. А нам нужно, Андрюха, включить свет за домом где-то. Так, ладно. Все, пап, это... надо перемерить, наверное, будет. Так, Андроид. Да, слушай. Включить все электричество в доме. Свет. В доме. Только, если честно, я не понимаю взаимосвязь температуры и фонарей. А, наверное, может, это нагревается, и нам становится жарче, и наше тело становится жарче, не знаю. Надо как-то все так. Переключатели дернуть. Так, у все переключатели. У папы в комнате был переключатель еще. О, пока нам в школу не надо. А здесь я дернул. Так, главное у папы дернуть переключатель, да? Конечно. Понятно. Это база. Так, ладно, да. Хорошо, идем к бате, друзья. У нас 4 из 7. А, вот здесь раз. А как, он, надеюсь, не спалит? 2. А чё он такой? Он что-то ругается, не показалось. Папочка, надо перемерить. Там и в этот раз неправильно все было. Перемеришь мне температуру? Температура повышается, давайте. Да на этот раз все точно побудет. Там в тот раз тоже мало показал, потому что неисправен термометр, да, Андрюх? Да, неисправен термометр. Все так, верно. Сейчас, ты меня уже бесишь, мелочь. Давай измерим. Иди сюда. Так, сколько там? Там уже должна быть высокая. 37,7? Знаешь, что я об этом думаю? Ты в порядке. Иди завтракай, прими душ, ванную и иди в школу. Ну, ладно, отличная идея. Вандерфул, ну, кстати, 37,7 это самая мерзкая температура. Да, короче, он нам сказал, друзья, позавтракать и принять ванную, зубы почистить. Один завтрак. Вот. А у нас тут как будто бы жарко стало, нет, в доме? Смотри, так все наполнилось жаром. Туман закинулся, так сказать. Так, ладно, что у нас сегодня на завтрак, Андроид? Какой-то завтрак. Тарелка пустая. О, кофе. Я попью кофе. Гофи. А, надо вот, кофе разогреть, все. Вот, все надо сделать самому еще. Это чокоям вообще-то. Чокоям надо приготовить, понятно. Я очень сильно люблю чокоям, а вы? А я даже не знаю, что такое чокоям. Это чокоям. Так, вот. А кстати, может быть, тут будет это, уменьшаться температура. Да, не надо так делать. А кто это здесь? Привет, ты кто? Камон, Дудо, донейт ми, задонать. О, хоть что-то прямо... Нет, осуждаю. Я донатить не буду, это другая игра. Нет, ладно. Осуждаем такое, товарищ. Короче, у нас завтрак, друзья. Опа, плюс 0,5 еще. Андрюха, еще больше градусов. А где что нужно еще сделать? Попариться в ванной. Надо попариться, давай попаримся. О, да. Нифига себе ванная. Это батя нам сказал, чтобы мы температуру нашу уменьшили, а мы наоборот еще больше, Андрюха. Плюс 2 градуса, Димон, ну все. Это у нас сколько? Это точно заявочка на отдых. Это у нас градусов 40 сейчас. Ё-моё. Наверное, приблизительно. У нас скоро бред, друзья, будет с Андрюхой, ведь 40 градусов это уже на грани жизни и смерти. Там 41 на 42 это все, смертельные дозы градусов. Столько не бывает. Столько не живут, Андрюха. Тут, кстати, и фотку твою поставили, я смотрю. Это не моя фотка. Это твоя. Не. Не, ладно, вот твоя. Вот это больше похоже на правду. Так, ладно, ну чё, бать, я все сделал, но мне по-прежнему плохо, я хочу быть дома. Пап, слушай, я сделал что-то, что ты сказал, но у меня температура все равно высокая, даже она не уменьшилась, а еще выше стала. Как же не хочется в школу идти. Батя уже все, у него из последних сил он. Ну-ка, дай померяю. Неужели он скажет идти в школу? 40 градусов, 42. Ну не проблема же большая, иди в школу, можешь поменять одежду и все, переодевайся, что? И иди в школу, все равно немного. В смысле немного? Ну ладно, папа, я сделаю. Капец, прикиньте, друзья, какой батя у нас бешеный. У нас 42 градуса температура, нам очень плохо, он нас в школу отправляет. Это знаешь что, Андрюх, из разряда, как наши родители добирались в школу? На лошадях, на собаках, через овраги, через сугробы, через лес, все пешком, двое суток шли, а потом еще учились на пятерке и обратно столько же шли. Нам, кстати, лень на автобусе доехать. Это точно. У меня, кстати, очень редко бывала температура 40 градусов плюс. У меня вообще никогда не было. И я, кстати, вот до школы так же добирался, как сейчас рассказал. Так, ладно, надеваем, друзья, зимнюю одежду, и она нам даст еще больше градусов, Андрюха. Так, а на улице-то вообще-то лето вроде как. А так мы дома находимся.
Тем более. Все, пап, я оделся, но мне кажется, мне еще плохо, еще хуже стало, пап. Так, отлично, давай-ка проверим твою температуру. Так, измеряем. Там вообще смерть уже. Так-так, 47. Не, пока еще живем. Пока живем. Ну что, видишь, ты вообще не болен. 47, да, ну, ты в порядке. О боже, надо еще больше температуры. Что бы мне придумать? Так, может быть, мне посмотреть что-нибудь внутри дома что-то есть. Так, нужно закрыть все окна, и тогда в доме будет жарче. Закрываем окна. Плюс закрываем. 0,5. Закрываем. Бать, чтоб не подглядывал. Закрываем, а друзья, окна в доме. Еще плюс 0,5. Жесть! Это очень жестко, мы сейчас запотеем. Жесть, ребята, вот у нас тут температура. Что не сделаешь ради того, чтобы не пойти в школу, да? Но мне кажется, это перебор. Так, здесь не закрывается. А где еще? Это вообще, Андрюха, лишь бы в школу не ходить. Так, да, а где? Все так. А где окна-то еще? У бати? Где, кстати, окна? А, подожди, еще 6 окон. Мы закрыли. Так, здесь. А что там, может, снаружи что-то есть, надо посмотреть. Да я вот и думаю, Андроид, наверное, да. Наверное, снаружи. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас все закрыто. Что мы можем сделать? Все закрыто. Так, закрыто. А какие окна? Close windows and turn head on. А, нужно еще что-то включить, Андрюха. А что включить-то? Хитинг. Кондиционер включить. Батареи. Батареи на максимум. Ой, ребята, здесь парилка. Ой-ой-ой. Сейчас парилка. Ой, сейчас тут будет очень жарко. Ну что, папочка? Теперь я точно болею. У меня теперь очень-очень большая температура. Я вообще не хочу в школу. Попробуй измерить. Температура, я бы сказал. Так, давай померяем, мелкий ты. Так. 46,7. Ну, маловато. Маловато. Ты в порядке? Он что, больной? Андрю. Димон, вот твое путешествие один конец. Мне кажется, пора остановиться. Давай приготавливайся к школе и шуруй, а то пропустишь автобус. Он что, издевается? Ему недостаточно? Ну, я сейчас сделаю еще что-нибудь. Так, давай, Андрюха, знаешь, что с тобой сделаем? Включим, наверное, с горячую воду. Давай. Да? Что-то с горячей водой надо сделать. А, во, вот так. Все, сделаем. Здесь горячую воду включил, пар пошел. Так, что еще? Камин? Нет, камин не надо. Давай здесь, Андрюха, горячую воду включаем. Везде, 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 в туалете тоже. Ой, я пока косил. Скибиди-доп, доп, ес, ес, о, шип-тип. Это я со всей дури напрягся просто. Ой, Димон, там... Что? Что? Я напрягся. Я что? Там насрано было. Ну, я напрягся, и теперь у нас, ребят, еще больше температура. Пойдем к бате. Я поносился от температуры. Бать, я вообще уже горю. Ну-ка, давай-ка померяем температурку твою. Сейчас все узнаем. Да, пап, ну реально очень жарко. Не могу в школу идти, болею. Да. Ну-ка, сейчас проверим. 52,7. По-моему, полный порядок. Иди сейчас же. Как? Что за фигня? 52,7! Он нас отправляет в школу до сих пор. Надо сжечь домашнюю работу. И это... И будет еще больше у нас градусов. Смотрите, друзья, какая домашка тяжелая. Батя хотел, чтобы я все это сделал, блин. А вообще. Ну, может, в камин, наверное. Все, сжигаем. Домашку пошел, сжигаем. Плюс 5 плюс градусов! 5. А ты живой? Чё, да, я еще пока живой. Это, наверное, уже 57 где-то у нас температура. А папе как, нормально? Бать, ну как нормалек? 57,7. Да. По-моему, полный порядок. Да нет никаких проблем с тобой. Чего? Ну это все, Андрюха, чего? Это все уже. Теперь нужно запихнуть в микроволновку. Что же нужно? Форк, это. Вилку в микроволновку. И она будет это, потом мы этой вилкой себе в глаз, что ли. Плюс 10, на! Закипело, все горит уже в доме! Давай, батька, батька, у нас там все уже. Миллион градусов. Так, так. Сколько покажет? 67,7, да, бать, 67,7. Уже нельзя в школу. Но это не опасно, ты не болен. Тут скоро до восполнения дойдешь. Нужно еще больше. Сжигаем машину, Андрюха! Давай, пошла в вакханалия, сжигаем тачку. Так. Вот это воспламенение. Ты сейчас горишь, Димон, осторожно. Может, все же стоит в школу сходить? Нет, мы сделаем все, чтобы не идти в школу, ребята. Так, надо поджечь. Поджигаем. Пуком.
поджог. У меня уже пук горячий, ты понял? Я настолько горячий, что мне даже пук уже, ребята, огненный. Ну сколько у нас тут уже? На, тачка сгорела. Давай посмотрим, Андроид, сколько же у нас? Плюс 30 градусов! Не дай бог у нас отправит в школу. Пап, ну правда, я болею. Мне очень плохо, у меня большая температура. Можно я сегодня дома буду? А у тебя сейчас кровь там будет по жилам кипеть. Давай проверим, сколько у тебя температура. Всего лишь 97,7. Кажется, ты не болен. Ты в порядке. Давай-ка не выдумывай, сходи-ка в школу. Иди в школу молча. Блин! Да ну сколько же нужно? Так, давай-ка сожжем деревья рядом с домом, Андрюха, а? Какая здесь париловка? Настоящая так. Турецкая баня. Подожди, хабам. А какие деревья надо жечь? Я не понял. А, ну во, вокруг дома которые. Поджигаем, Андрюха, сейчас будет запускай еще больше градусов. Запускаем цепную реакцию. Я просто дотронулся! Так ты горячий парень. Я вообще уже Burning Man. Все, ребята. Сколько плюс было, не увидел. А я тоже что-то не обратил внимания, сколько плюс градусов. Понимаете, я повелитель жара. Мне настолько горячо, что я своим касанием поджигаю деревья. Бать, мне очень плохо. Я не горячий хочу идти парень. В школу. У меня гигантская температура, батек. Там все горит, все горит, все в огне. А всего-то 200 градусов практически. Сиди дома. Вот, батя, иди в школу. О, боже. Feel the pool with lava. Нужно наполнить бассейн лавой. Пойдем. Ты пойдешь сейчас писать в туалет. Да, я сейчас подписываю в бассейн. Я уже писаю лавой. Я настолько, друзья, горячий. Это вообще. Писаем. О-о-о, Игнатиус, мастер пламени, давай, воспламени все, мы призываем бога огня, Андрюха, вот он. Вот. Наполни лавой все, чтоб я не пошел в школу. What's up, man? Сейчас я сделаю. А, пожалуйста, Игнатиус, можешь это сделать в бассейн лавовой? Что? Ну, бассейн сделать с лавой. О, бро, no problem. Так, пошла лава, Андрюх. Офигеть, надо мне его скупаться. Окей, бай, пока. Он сам расплавился от жара такого. Он взорвался. Ему самому жарко. 825 градусов плюсом. У нас уже больше 1000 градусов, ребята. Тут все вообще в огне. А мы, батя все равно в школу нас отправит? Да. Серьезно? Бать? Мне кажется, да. Серьезно? Ну реально, у тебя совесть есть? 1022 градуса. Мой молодой, это очень плохо. Да, ну это, fine, понятно. Иди в школу. Короче, я уже все, я преисполнился, я не знаю, что делать. Find something helpful on TV. Посмотреть телевизор, чтобы там нам подсказали, что ли? Наверное, ты прав. Так, включаем, мы уже не знаем, что делать. Так, нужно больше этого. Включите вентилятор на обогрев. Ага. А где вентилятор? А, это остужится. Так, айс остужает, наоборот. Это остужает, это нам не надо. Do you miss school bus? It's not too late. Get a bus ride by calling. А зачем нам автобус? Нам не нужен автобус. Позвонить, что ли, надо? Клаус. Нам нужно это! Позвони дракону. Нам нужно дракона, Андрюха, да? Нам нужен дракон. Да, вызывай дракона. 32-321-456. А как позвонить? А где номер? Так, а как позвонить дракону? Не хочу дракона вызвать. Call to dragon and burn your house. А где телефон? Do you want constant... Папа тебе не верит. Ты должен тогда позвонить температуру. Number... Блин, надо позвонить, друзья, как-то. Я не понимаю. Давай искать. Надо найти, телефон. Может, телефон, друзья. О, может, здесь, ребята. Так, send feedback. 321-456. О-о-о, это не телефон. А ты пробел не поставил. Так это... А, да? 3, 2, 1, 4, 5, 6, так? Там не пробел, там этот... Это не телефон. Left to the TV. Так, давай посмотрим. 3, 2, 1, 4, 5, 6. У-у, это не телефон. You can find into the left of the TV. А, вот телефон. Андрей, ну ты бармалдес. Я сразу подумал, что это не телефон. 321-456. Звоним. Дракон, вызываем тебя. Дракон. Маленькие детишки. Это корова. Нифига там микрочелы сидят. О, да, как делать корову? Так, кто там мне звонит, не понял.
О, сейчас я отвечу на звонок, ребятишки, подождите. Окей. Вот, все, мы вызвали Андрюх дракона. Летит. Летит дракон, он был вожатым в этом, в детском садике. Окей, ребята, теперь давайте сделаем жесть. По-моему, он нас в дом спалил. Интересно, плюс сколько градусов это будет, ребят? Плюс миллион? Все, работа сделана, до свидания. Все, поехали. Он вместе с малыми перелетел, Андрюха. Все поджег. 2000 градусов плюсом. Когда жесть. Батя, ну можно уже дома посидеть? У нас дом горит. Слушай, сынок, у тебя всего лишь 4022 градуса. Сиди в школу быстро. Оу, жесть. Теперь нам нужно pull the sun closer with a rope. Нужно подвинуть солнце как-то с помощью веревки. Как Андрю. Это сделать? Да, во-во. Давай, двигаем солнце, лишь бы в школу не идти. Come on! Мне кажется, мы сможем. Давай, батя поверит. Тянем, тянем, тянем солнце. Давай, 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 давай. Еще тянем. Еще ближе солнце. Давай. Я не хочу идти в школу. Ребята, миллион градусов ради того, чтобы в школу не пойти. Как думаешь, Андрюх, в конце батя нам все-таки разрешит дома остаться? Мне кажется, мы спепелимся просто. И школу сожжем вместе с домом, с батей и вместе с нами. Давай, еще солнце. Воу! Белый свет в конце тоннеля. Это что, нам снится? Не знаю. Где мы? Не понимаю. Плюс 5555 градусов. Нормально. Планета горит. Папа, ну что? Померил мою температуру? Сейчас померяю, сынок. У тебя температура 8522 градуса, 7 по Цельсию. Ой, слушай, это... По-моему, все в порядке. Я думаю, что тебе можно остаться дома, ты приболел. Спасибо. Хорошо, папа. Yes, yes, yes! Он поверил нам! Мы наврали ему! Да, хорошая концовка! Планета взорвалась. Только, друзья, когда мы подвинули солнце, только после этого батя нам поверил. Но концовка-то не очень. Да, но мы, главное, не пошли в школу, Андрюха. Это самое главное. Это самое главное. Все остальное это уже детали. Да. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой ролик у нас получился. Всем большое спасибо, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока! Всем братского сердца, дорогие друзья!